Российскому джазу исполнилось 100 лет. Ровно век назад в нашей стране впервые прошел джазовый концерт. Навряд ли он был таким же роскошным, как праздничное шоу в честь юбилея. Ведь в этот день блистали Игорь Будман, Лариса Долина и другие легендарные музыканты. Впрочем, даже для них сцена большого – это большая ответственность и испытание. Я нахожусь в очень волнительном и трепетном состоянии. Когда вышла сегодня на сцену, у меня подкосились ноги и затряслись коленки, потому что легендарная сцена, зрителем я была здесь, не много раз, но была, но в качестве артистки, выходя на эту сцену, впервые для меня это. Теперь, наверное, Лариса Александровна понимает, как чувствуют себя фрешмены, которых она так любит покритиковать. Кстати, для многих открытием этого концерта стала актриса Анна Чуповская. Оказывается, девушка прекрасно поет, но ничего удивительного в этом нет. Отец артистки – художественный руководитель Государственного оркестра джазовой музыки.